Сейчас опять я подкинул дровишек, пока вот они разгораются. Идет такой обильный дым из трубы. Ну, что характерно, вот сейчас мы имеем где-то вот 4-5 вольт. То есть, как бы, лампочки горят. Вот. Двигатель работает очень тихо. И смотрите, смотрите, частота практически очень маленькая. И в то же время вот он передает усилия на вот какой-то генератор. Не останавливается. То есть очень неплохие показатели. То есть простейшая вот такая вот система водяного охлаждения. Просто контур. Сверху выход горячей воды. Внизу подвод холодный. Уже работа такого двигателя продлевается на порядок. То есть вот он постепенно уже начинает подразгоняться. То есть дрова уже чуток прогорели. Главное — это подача вот холодной воды. То есть охлаждение радиатора хорошее. Если будет охлаждение хорошее, то и будет и стабильная долгая работа. У меня просто была с собой одна вот такая двухлитровая баклажечка с водой, и я вот ее уже пару раз прогнал. Вода, честно говоря, горячая в ней уже. То есть я вот сейчас ее снова меняю. Вот чуток. Вот так вот вручную. Но двигатель уже, конечно, подпрогрелся. Если бы вода была постоянно холодная, показатели были бы лучше. То есть все равно вот он чуть-чуть начинает разгоняться. Ну и дым. Фу. Вот. Уже он двигается повеселее. Вот у нас уже 7 вольт. Лампочки горят уже получше. Днем, конечно, не так идеально видно. Но это, в принципе, не важно. Главное, что можно выжать вот порядка 15 вольт. Это причем вот с этого такого коллекторного моторчика от какой-то офисной техники. Просто я его попробовал, он давал неплохой вольтаж на небольших оборотах. И я решил его использовать как генератор. Хотя, может быть, что-то можно сделать и по более производительнее в этом плане, в плане генератора. Но, тем не менее, вот лампочки горят. Светодиоды я не хочу включать, они не так будут гореть, понятно. О, двигатель раскочегаривается. Вот, вот у нас уже 8-9 вольт. Ну-ка еще сейчас водичку поменяю. Так. Так. Ну-ка. Отлично. Обороты растут. Все горит. Отлично. Вот она сейчас будет уже 10. И это при том, что сейчас уже тут накопилось довольно-таки много углей, которые вот просто тлеют. И вот так вот двигатель может будет уже работать довольно-таки долго на тлеющих вот этих вот углях. То есть там держать будет там 5-6 вольт, но уже стабильно и долго. Я его уже порядка получаса тут гоняю. То есть с военным охлаждением это практически такая долгоиграющая штука. То есть можно смело делать и использовать. 7 лампочек. Горят, но как бы не сильно, не на полный накал. Ну, вот.
движок немножко вибрирует. Вот дровишки прогорели, сейчас вот они набрали такую максимальную, видимо, теплоту. Главное, что работает очень тихо работает двигатель. Одно из главных отличий от двигателя внутреннего сгорания. То есть вот такую штуку можно сделать на порядок проще в изготовлении. Главное, что она тихоходная. Вот что у нас тут. 7 лампочек наших горят. Так, можно попробовать одну. 13-вольтовую. 13,5. Во, 13,5 горит поярче. Да, но она, конечно, нагружает. Этот не контакт у нас. Понятно. Да, неудобно на рукой. Во. А если с лампочкой 13 вольт, то эти по 2,5 горят, 13,5 вообще не горит. А все остальные горят.